Прошло 4 месяца эксплуатации ветрогенератора. Сейчас есть ветер примерно 6-7 метров в секунду. Что хочу сказать? Что ветрогенератор работает очень бесшумно, но электричество как такового с него получить очень сложно. Хотя как бы странно, вроде бы сколько работы выполняет. Но батареи он заряжает, у меня 4 125 амперные гелевые батареи. Они всю зиму заряжены на 50%. На 50%, не больше. С точки зрения получения электричества, скорее всего, это, наверное, не оптимально. Такой ветряк никогда не окупится. Но если учесть, что мне он достался за треть цены, а даже меньше, наверное, чем треть цены. Просто мне мой товарищ его уступил. То у меня он, может быть, уже отбился. Потому что если бы не было генератора, батареи бы, наверное, замерзли. Вот. Но, наверное, если как цель вырабатывать электричество, это не оптимальное решение. Потому что, наверное, месяц работы ветрогенератора 4 панели 250-ваттные вырабатывают за сутки в хороший солнечный день. Вот. Но в моем случае он не дал умереть зимой аккумулятором. И это плюс. Вот такая статистика. Возможно, у кого-то есть опыт эксплуатации такой техники. Буду рад любому совету или комментарию. Большое спасибо.